18 апреля на базе Витебского государственного университета имени Петра Машерова прошло оперативное совещание Следственного комитета Республики Беларусь во главе с председателем ведомства. Гостей и добрых партнеров ВГУ встречали со всеми почестями. На организованной выставке можно было познакомиться со всеми факультетами и достижениями университета, с его научно-образовательным потенциалом. Подарком от иностранных студентов-машеровцев стала традиционная китайская чайная церемония, а также мастер-класс по каллиграфии. В рамках визита глава следственного ведомства Дмитрий Гора лично пообщался со студентами-первокурсниками, которые обучаются по целевому договору в интересах Следственного комитета. В университете проходит обучение. Наши ребята, наши целевики, я говорю наши, потому что это ребята, которые по окончании придут в Следственный комитет, пополнят наши ряды. Было очень интересно пообщаться с ними, посмотреть на ту базу, где они обучаются. Впечатление самое-самое положительное. Ребята умницы, ребята, видно, нацелены на учебу. Я не пожалела, что поступила в интересах Следственного комитета на целевую подготовку. С нами часто проводятся диалоговые площадки вместе со Следственным комитетом, спортивные мероприятия. Мы всегда в каком-то коннекте со Следственным комитетом. Это очень хорошо сейчас для молодежи, так как у нас уже идет с первого курса, я считаю, практика и больше опыта. Сотрудничество университета со Следственным комитетом в вопросах подготовки высококвалифицированных специалистов, студентов юридического факультета, сложно переоценить. Совместными усилиями постоянно совершенствуются образовательные программы, повышается квалификация сотрудников, проводится активная воспитательная и патриотическая работа. Сотрудничество, которое уже является многолетним со Следственным комитетом, развивается, и появляются новые интересные изюминки. И такой изюминкой стал целевой набор прошлого года. 25 молодых людей поступили на юридический факультет по договору целевой подготовки. Ребята поступают мотивированные, целеустремленные, и те, которые очень четко понимают, где они будут работать, кем они будут работать. А значит, на протяжении 4 лет вместе с ними, рядом с ними, будут учиться их наставники. И наставники придут к ним не по истечении студенческих лет, а уже во время. А это значит, что вот практикоориентированная подготовка состоится, я в этом убеждена. Рабочий визит Следственного комитета Республики Беларусь завершила церемония возложения цветов к вечному огню мемориального комплекса в честь советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков Витебщины «Три штыка». Анна Семенченко, Александр Гергаев, ТВУ.